Когда молодой, то кажется, ой, это не та, этот не тот, это не та. А с возрастом, когда умнеешь, ну я не про себя говорю, вообще. Когда умнеешь, ты начинаешь понимать, что самое главное, нужен ли ты кому-нибудь. Боится ли кто-нибудь тебя потерять, понимаешь? И самое страшное, что уже ты при ком-то, не он при тебе, а ты при нем. Надо проверить свое присутствие отсутствием. Как быстро тебя позовут и кто начнет тебя искать. Если кто-нибудь тебе крикнет, надо так сказать, ща, через 15 минут. Если вопрос не повторят, живи так же, но с ясной картиной в голове.